Смотри, сколько тут грязи. Вон. Навоз. Вон там и вода у него там. Всякие шляпы. Ну вот он, и зато он, блядь, типа, ветер. Вот пришел сегодня в магазин, сказал, мне нужно масло для мотоблока. Короче, наш первый день в деревне посвятили вот этому забору. Сделали вот как. Короче, протянули поверх этим проводом. Столбы. Это, по-моему, лиственницы. Для деревни обалденно. Погода что-то портится. Дождик идет. Здесь еще огород отца сырой. Короче, картошку, наверное, не получится посадить. Сегодня у нас 6 мая. Было бы, конечно, хорошо, если вон там еще бы все полностью до конца все поменять. Вот она техника, которая выручает. Вот пила, это китайская, которую я сравнение выкладывал. Работаем. Так, вот столбы, короче, еще. Здесь остается у нас столбов 7 или 8 до конца. Завтра еще на Арсезе докуплю сетки. Сделать один раз все нормально, чтобы больше к этому больше не сталкиваться. Так, весна наступила. Мотоблок без замены масла уже немножко поработал в этом году. Нужно обязательно проходить снизить отслуживание масла. А наслышали? Да. Мне в роликах задают вопрос, какое масло вообще мы используем, сами отлично, из своего опыта. Ну, если честно, знаете, наверное, приходишь в магазин и вот я как лично делаю. Вот пришел сегодня в магазин, сказал, мне нужно масло для мотоблока. Вот, то есть продавцы, они уже знают. Какое масло, да? Вот какое оно черное. Смотри, брат. Ну она уже, Вовка, сколько, блядь, сил кончила. Она сколько, блядь, работала. Все лето, блядь, а ты в прошлом году вроде добавлял все, да? Вот, и все же вернемся к маслу. Вот, я не буду рекламировать фирму. Вот, приобрел вот такое масло, скажем так, да. Вот. Четырехтактное, SEO 5V30. То есть он специально для таких мотоблоков. И это все выливается, да? Да, ты подними вот это. Вот еще по-хорошему промыть этим, как его. Либо солярка, либо еще что-нибудь. Есть что-нибудь? Нет, бензин не надо. Солярку уйдет в маркетинг, блядь, купить. А у меня есть литр? Найдет. Он повесится, блядь, бензин. Короче, масло сливается, я сейчас пошел. Утро, короче, начинается с вот такого. Ветер, наверное, дует. Короче, все-таки мы решили сделать этот забор до конца. Привезли сеточку.
Кстати, вот, ребят, смотрите, вот эта сетка, вот эти вон те сетки, мы концы загибали, то есть она была уже как со станка идет, просто скручивает аккуратненько. Вот она стоит 800 рублей оцинкованно, а вот уже пушонка, как правильно называется, она стоит 850, 50 рублей дороже, но концы якобы уже вроде загнуты. Вот, ну, в любом случае, скорее всего, придется тоже подправлять, пробегаться, но это уже мелочи. Но на 50 рублей уже дороже. Взяли провод четверку. Кстати, мягенький такой там хороший. Пол столбы, вода еще не состоит. Здесь нету. Батя тоже от нас не отстает на одной ноге. Он там, короче, начал культивировать. Ну что-то у него мотоблок. Немножко подпрыгивает, короче, и глохнет. Ну, сегодня будем разбираться. Смотреть, я сразу купил масло. Кстати, о масле. О масле много очень вопросов. Мне там в этом, как под роликами задают, вообще из практики, какое масло вы льете. Ну, я не привередлив, и у меня нет какой-то определенной марки производителя. Сейчас купили мы маноловское. Тоже для мотоблоков и четырехтактный двигатель. Я, кстати, покажу вам потом. Вот, ну и судите сами. Вот, как бы сказать. Что я лично сам пробую, тестирую. И вообще я человек такой, не привыкший, как бы сказать, к определенной там, непривередливый. Вот, и практика, как говорится, свое покажет. Все, оставайтесь на связи. Сегодня, может, завтра планируем этот забор закончить до конца. Потому что надо уже уехать в город. Сезон тоже начался рабочий. Заказ, короче, сейчас будет. Подача. Нормально там? А, вот вверх туда. Вверх туда. Ну, отвес же есть. Нет, их много. Нет, это 40 человек. Девочки, пишите Валентину Николаевичу. Держать? Че, кирпичи нужны? Так вот камушками все, короче, сырое. Я вот полностью вручку. А да, вот, кстати, кто не видел доработку тачанки. Здесь было колесо такое стрёмное, которое она ушаталась и... Короче, кончилось. Так вот я все заварил. Ну, прикольно, конечно, получилось. Мощно. Все же начали делать. Охренеть, у него какой чистый мотоблок. Наш передовик совхоза. Вот такой же. Вообще, смотри. Ни потеков у нее, ничего.
как новый. У тебя солярка литр есть? Дай-ка чуть. А? Прям сейчас надо, да. Там купить, они приклеят города. Полный не трогай, смотри. А? Там открой. Ладно. Так, ну вот, короче, сейчас, как и обещал, покажу, как это пила в деле вообще. На колюк снимай. Смотрите, она очень просто, легко. Дергается подсос, уже автоматически идет закачка бензина. Все, отпускаем. А уже люди все знают, да? Чао, унесем. Инвалид, блядь, работает, да? Вот, инвалида заставляем. Человек с одной ногой таскает вот такие бревна. Столько масла мы слили. Смыть надо, да? Грязно, блядь. Ну, грязно, но я бы сказал, бы здесь этих серебристых нету. Серебрянки. А ты толстый? Нет, зачем он должен быть? Так, Вадим. Наоборот, хорошо. Так, немножко камера отойдет. Сейчас промоем соляркой. Все, ну. А что, сейчас будем дыхать тут? Прятать собак есть? Вот это что-то зарядовало, светило, да? Отгадать, как теперь? Ходи-ка, бать. Так, вот это. Прогоним немножко.
снимай, посмотри, Вадим. Снимай. Во. Грязная грязь, да? Да, приподнимай. Ага. Все хорошо. Много не надо. Грязи много все равно, да? Не знаю. Ну на провод сколько, блядь? Та с весной, блядь, и едет к осенью, блядь. Может еще залепчить солярочки? Давай, да. У меня. Зимняя. Да. Зимняя? Да, ну, нам пойдет. Зима, я работал, блядь, он на пизде. Все? Сейчас еще есть. А, есть еще? Она есть. Зимняя гуща. Чем чище идет, да? Смотри, что. Кстати, для особых умных двигатель уже был прогрет. Мне еще вопрос задавали, как менять масло в редукторе. Вот, ну, особо, чтобы не заморачиваться, мне так кажется. Вот здесь есть сбоку болты, не, между собой, которые стягивают, наверное, но их лучше не откручивать. Которые-то из них есть, да. А у них вот на бок наклонить, наверное, скорее всего. Ну, приподнимай так еще. А вот приподнят он. Все не идет, а идет чуть. Пускай, давай сейчас. Зачем я подержу? Вот так вот, поставь. Назад. Еще назад. Ага. О, хватит этого, достаточно. Короче, в семействе появилась еще ящерица. А можно я домой возьму? Я их хвост отращу. Смотрите. Короче, то, что покупали уже, как бы сказать, не распушенную, не такую вот, а в рулоне. Вот и разница между это 50 рублей. Но все равно ее нужно вот так вот плоскогубцами поджимать. То есть эту работу хотели сэкономить. Лучше всего, конечно, чтобы сделать хорошо, к концу это все загнуть. Иначе будет вот такая вот шляпа. Вот она. Вот так вот получается. Ну что, бать, тебе нравится? Литр масла обошелся 450 рублей.
смысле? Нет. Вот так, Вовка, вот сюда, вот в столовку пошел. Ага. Да, по-моему, хоть 600 грамм. Ну, значит, куда денешься? Чуть-чуть. Вот так, короче, должен, я думаю, остаться. Держи, возьми так. Ты вот так вот посмотрел на эту толпу, видно на солнце. Там нет ли сухари где-то? Вот. А ты нашла? Я забыл внести. Ладно, покажу, какое масло заливают. Маноловское. Это не реклама. Так, с помощью самостоятельно самодельной воронки масло уходит в двигатель. Чистую пускаешь? Да. Но кстати, один такой маленький секрет. Вот этот смыв можно использовать бензопилу в редуктор масла. Заливать в целях экономии. Сейчас мы ее зальем, наверное, какую-нибудь баклажку. Сегодня вечер закончится вот так вот. Пускай нам будет плохо, мы, ребята, за вас пока. Валек, покажешь, что там шурпасик от Валька? А? Почему? Сглазил? Да. Короче, наш мангал от постоянного использования сгорел. Благо, была вот такая штучка. Из-под газового баллона. Потом все зеленым закидаем. И будем трапезничать. Ну что, вечер ближется, в принципе, к концу. Вот. Много чего сегодня сделали, много чего сегодня вам показали. В принципе, завтра еще будет день. Посмотрим, может, еще что-то будет снять. Кстати, вот наша избушка, пристрой сарая после зимы. В этот год планируем поднять под крышу. Вот, ну и может, конечно, запустить его уже. Так вот, 8, так, по-моему, 7. Все, финиш. 50 метров забора. Вверх протянутой проволокой. Ну сколько? Вчера 3. И 2 по верху, третий. Вчера 3 у нас или 2 не снимут. Раз, ну еще 1-2. Так, все, финиш. Один рулон остался. Сейчас чуть попозже будем менять масло. Сегодня. Вот. И расскажу, какое я масло сюда заливаю, в этот двигатель.
Сейчас у меня еще такая проблемка нарисовалась. Глохнет, короче. Это, скорее всего, наверное, либо фильтр, либо еще. Ну, это посмотрим. Отстойник открутим. Здесь увидим. Как говорится, вскрытие покажет. Может, там вода попала, может, что. Вот такая вот работа получилась. Всем огромное спасибо. Николаю Моисеевичу. Вадиму. Анатольевичу. А как? Андреевич, Вадим Андреевич. Валерьевич, не знаю. Ну погнали. Так отглохнет. Короче, нужно давать газ. А сейчас ты что сливать будешь? Карбюратор. Навоз? Грязный?
будет помогать? Уже реактор мундиров. Ничего у нас? Ну сейчас прям, сейчас не пойдет. Ну пойдем на второй сайт. Вот. Саннушки сходи. А? Саннушки. Мне вот Бельгичу надо плечо поставить. Здесь. Ваня, пойдет? Или вы после пойдет? Я могу с тобой пойти, потом не дождаться. Поднял через кафе. Полинь, блядь, Танька, мы все выжили. Смотри, сколько тут грязи. Смотри. Ну вот. Вон там и вода у него там. Ну вот он, и зато он, блядь, типа, ветер. Кран закрой. А кран не закрывается. Сбака нет? Нет. Он вот эту вот херня. Вот эту вот посмотреть, блядь. Полемотя! У меня такого полемеса. Здесь мотоблок засрал. Ну ее помыть, блин, сто лет. Я говорю, сейчас. Ну бензином засрал. Держи в воде. Ты в баню пойдешь? Я вчера мылся. Сегодня? Так за компанию пойду. А я тебя хотел, блядь, первым пустить. Я пойду. У Юрки прям блестит, блядь, это. Это блок? Да. Я, блядь, я просто вруби, блядь. У него положено блестит, что у него стоит. Ну он хули, он осенью поставил, блядь, до весны стоит. Вот сейчас побалдеет, до осени будет у него стоять. Да. А у тебя сколько дел передел? Ну, блядь, меня оправдал, да. Вот сейчас, блядь, хоть бревно увести, вот, блядь. Хватит, отойди, ну, чё свою задницу? Блестит чё? Вовка, когда приезжает, только, блядь, дай в кондиции заводи. Чё, пробуем? А зачем ты? Чё? Руками перчатки. А фильтр что, нормальный? Посмотри-ка. Я сменял. Давай свечу посмотрим тут. Оставлю.
Котя! Черная свеча. А зачем? От сильного ветра надо. Ну, обогащенное топливо идет. Бензин, наверное, блядь, этот грязный. Здесь на половинке стоит? Да. До конца сделай здесь, а потом... Во, пошел дымок деревенский. Короче, говядина. Как сделан шашлык? Говядина, да? Да. Вот, говядина по фирменному рецепту. Очень фирменно. Так что подписывайтесь на канал, впереди в ближайшее время. Мы озвучим. Какой фирменный рецепт? Не уксус, не это как его, а чисто хлопск. Так, шурпасик. Мы тихо здесь подсмотрим, пока Валёк отвернулся. Ничего себе! И вот это, представляете, сегодня надо сожрать. Сначала в бане покупаться? Не. Аромат божественный. Вот так вот нас встречают родители. Видите, даже у бати шампура самодельные. Я не знаю, сколько им лет, но лет 10 точно. Больше что-то мясо здесь было. Лет 20. Солнце еще высоко. Негры. Так это не солнце. Это луна. А какая разница? Короче, вот штырьки, они будут, завтра покажу, для чего. Приятно находиться в весеннем лесу. Запашок. Короче, сейчас мы идем, здесь недалеко от дома Николая есть вот такой родник. О. Это колодец, да. Вот этот верх надо выгребсти. И, короче... Вот сколько здесь? Два венца? Нет, если... Ну, хотя бы вот этот верх для приличия. А это что, ну, вот он здесь, венцов 5, наверное, есть. И это глубоко будет? Ну, если выровнять, то... Смотри, вон там чуть ниже поставить трубу, одну вон ту, чтобы циркуляция есть шла. Есть там у него. А что, забита, что ли, она? Да, все есть. Вон, свет там есть. Вот.
У него там излишки выходят. Копнуть его тоже немного, почистить, да? Его надо почистить, там внутри шляпы. А вот сейчас, допустим, у Слюбати, смотри, лиственницы есть. Сколько здесь надо? 4 штуки? Кто? Вон там вообще молодняк, заебать. А это что же молодняк? Ну здесь, ты знаешь, если вот здесь начнешь шуметь, здесь люди услышат. Все его шумят. Короче, надо сделать. Сколько примерно по времени работы, как ты думаешь? Целый день. А? День, да. Как ни крути. Ну, будем в планах что-нибудь придумывать. Смотрите, так корни как растут. Вот так вот укрепилось это дерево здесь. Такой небольшой спуск здесь. Кстати, вот идея, да, кто вообще вот люди хочет заниматься личным подворьем, хозяйством. Вот есть деревушка, все здесь есть. Газ есть, свет есть, территории есть. Не ленись, делай. Ну, у кого-то вон тот, короче, дом калька. Если у кого есть желание в Самарской области заняться, а нету места, в принципе, можете писать в комментариях. Видите, как все цивильно. Дорога есть. Но это только находится в Самарской области, в Шандалинском районе. 200 километров от города. Вот, наверное, единственная причина, в принципе. Это не причина. Далеко от города. Было бы что... Продать всегда можно. Ну все, погнали мы дальше. Сегодня у нас мероприятие какое еще будет? Шашлычок. Валентин Николаевич там нам сделает свой фирменный шурпасик. Обещал. Вот так вот. 2 дня и 50 метров забору захерачили. Вот благодаря вот этим ребятам. Вадим как раз вовремя подошел инвентарь собирать. Николай Моисеевич целый день сегодня. А сегодня еще будет банька русская по-черному. Так что смотрите, продолжайте. Вот, всем давайте. Охренеть. Че, отрежешь кусочек? Попробуй. О, батя, с легким я паром. Штырки бил. А? Бил. Он к завтрашнему дню тебя подготавливал, а ты его ругаешь. Мясо довольно мягкое, сочное. Мопс. Да. Мопс сырое ест. Он же не сырое ест. О, всем приятного аппетита, ребята. Переезжайте в деревню живить. Покупайте мясо. Делайте шашлыки. Работайте. Вот так вот заканчивается трудовой вечер. Все намылись, накупались, напарились. Много дел сделали. Наедаться было. Давай, режь вот это. Oh.
Минимум трудоворот. Там чай есть, что ли? Можешь разогреть его еще? Валю, спасибо тебе огромное. Короче, вал, блядь. Вал целый движок, ты чё на? Вот пидорасы. Они не мутные, это пидорасы.